Ноябрь в Тверской области начался с температурных рекордов. По данным Российского гидрометцентра, в первый же день месяца максимумы были обновлены в Твери, Старице и Торопце. 1 ноября в Твери температура воздуха достигла плюс 12,5 градусов. Таким образом, она побила предыдущий максимум 23-летней давности в 12,2 градуса. В ноябрьские праздничные выходные в регионе также ожидается теплая погода. Тверские синоптики прогнозируют преимущественно положительные температуры. Ночные от 0 до 5 тепла, в среднем в некоторые дни и больше, дневные около 10, в отдельных районах и до 12. Но несмотря на то, что будет тепло в выходные дни, да и в ближайшую рабочую неделю, жителям Верхневолжья придется держать наготове зонтики и плащи. Впрочем, ничего удивительного, ноябрь – осенний месяц, ему свойственны перепады температур. Начало ноября, по крайней мере, первые 10 дней у нас будет неустойчивая погода, теплая довольно-таки погода. Будут идти временами осадки разной интенсивности. По предварительным прогнозам, которые выпускает Гидрометцентр России, температура и количество осадков будет около нормы.